Не так давно в нашем эфире мы рассказывали о наболевшей проблеме жителей поселка Первомайский в Иркутском районе. Вода из единственной местной колонки ржавая, а потому непригодная для питья и готовки. После выхода нашего сюжета о проблеме узнала прокуратура региона. Вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии они проверили качество воды в колонке. Выяснилось, что жидкость попала к жителям из скважины, на которую не было санитарно-эпидемиологического заключения. Поэтому прокуратура вынесла представление мэру Иркутского района. Теперь администрация должна подвозить жителям чистую воду. Трудно представить, что в 21 веке кто-то может остаться без качественной воды. Но такие нарушения выявляют нередко. К примеру, прокуратура при проверке обращения женщины о потоплении ее дома в селе Баиндай установлен факт неисправности находящейся неподалеку водяной колонки, являющейся частью локального водопровода, устроенного в рамках национального проекта. Во исполнение требований прокуратуры произведен ремонт колонки и нарушения устранены. По итогам проверок соблюдения законодательства при добыче и производстве упакованной питьевой воды в связи с выявленными нарушениями в Чунском, Ленинском и других районах области – также принимались меры прокурорского реагирования.